Для поддержания духа вашего коллектива. Ну, надеемся, что вам понравится у нас. Вы находитесь сейчас в ванной базе Федерации. Здесь проходят турниры, соревнования. Вот. Кому будет интересно, подходите, мы расскажем вообще о том, чем мы занимаемся. Вот. И по залу, значит, нумерация столов, когда мы будем озвучивать, приглашать команды к столам. Значит, первый стол, второй, третий, четвертый. Пятый стол. Вот. У нас две группы. В одной группе будет три команды, в другой группе будет четыре команды. После групповой системы мы определим с каждой группы по две лучших команды и проведем после этого полуфинал и финал. По проведению понятно, да? И теперь, что касается дисциплины, в которую мы сегодня играем. Дисциплина называется «Свободная пирамида». Раньше она называлась «Американка», когда-то она называлась вообще просто «Дурочка». Вот. И по правилам разбой активный. Для тех, кто не знает, что такое активный разбой, это значит, что после соударения красного шара по пирамиду белые шары должны сделать минимум три действия. Действие – это касание шара об борт или перекат шара через среднюю линию. Вот, посмотрите, средняя линия. То есть, если красный шар сделает там три борта, а белые сделают два борта только, да, то это будет штраф. Штраф – шар со стола на пол. То есть игрок выбирает шар любой и ставит себе его на пол. Понятно? То есть если при счете 7-7 штраф, это значит поражение. Что касается ведения игры, то есть в игре должно быть минимум два действия. Если шар не упал в лузу, значит один из шаров должен сделать два действия. То есть это может быть два борта. Это может быть борт, перекат середины, или может быть перекат середины, борт. Но хочу уточнить, что любые действия считаются правильными только после соударения шаров. То есть шары сначала соударились, после этого должен произойти один из шаров, должен сделать два действия. В каждой группе будет стоять судья. Судьи, которые проводят и судят официальные турниры, чемпионата Харьковской области. Вот. Поэтому просьба любые спорные ситуации. Если, например, вы думаете, что может быть сейчас пропер быть, там, ну, штрафной удар, да, то желательно пригласить судью, чтобы он увидел, как бы произведен удар. Вот. Если, например, судья решит, определить, что непонятно, да, там был штраф, не был штраф, то есть он не видел, ему сказали, что там был пропер, но он этого не видел, то судья при этом бросает монетку и просто определяет. Здравствуйте. По правилам, скажите, есть вопросы? Мы играем до двух побед. Первый игрок, вот по регистрации, первый игрок играет с первым игроком, второй игрок со вторым. И только при счете 1-1 играют третий игрок. Если все понятно, тогда я сейчас прошу подойти по одному представителю с каждой команды. Просто по одному команде, по одному представителю. Иди, да, один человек тянет и подожди, человек тянет. Итак, какая команда? ХСС. ХСС номер 3. Последний. Следующий возьмем.
Жилстрой. Это Харьков Жилстрой, да? Харьков Жилстрой номер 5. Сразу? Харьков Гурлифт, восьмерка. Семь. Как команда? КРСП. КРСП номер 7. КРСП номер 7. Первая. Основная. СОЖ. СОЖ 2. ДЖХ первая. ДЖХ первая. ИС номер 4. А дальше уже как? Итак, первая, вторая, третья команда. Так, у нас сейчас секундочку. Шестого не помню. Да, это шестого. Первая, вторая и третья команда — это группа номер А. Четвертая, пятая, седьмая и восьмая — это группа номер Б. Группа номер А играет за этими двумя столами. Группа номер Б играет за столами номер 4 и 5. Вот. Поэтому можете по залу так и разместиться. Сейчас игроки, приготовьтесь. Мы пригласим в столы. Договорился на 6. 18.30, контрольный срок.